Кукусики все. Сейчас будем кого убить опять. Да. Стардил. Валип. Продолжим. Слушать. Кошмар, Саня. Фу. Не удобрение. Срамота. Ты же не пидор какой-нибудь. Отвратительно, да, Саня, ты же не пидор. Привет. У тебя нет 1000 зрителей, все нормально. У тебя есть 1 зритель. Это ты. Это я. Вот видишь, 2. Плюс 1. Да, принижай достижение. Ладно, два. Это ты, Саня, и я? Да, да. Так вот, я не осуждаю. Я поддерживаю. Не знаю что, но я поддерживаю. Здрасте. Здорово. Здорово, Лиз, привет. Я не понимаю, я запутался. Привет. Я в игре жду, жду Хэму. Так. Я хорошо. Погодите. Подожди, Саня еще не готов, не хватит. Кое-что сделаю. Так, не надо. Наши дети смотрят. Кто, я? Нет. Ну да, ну нет. Все мы немножечко дети в душе. Травмированные, очень усталые дети. Я отстала еще. Да. Че ты Саню-то оскорбляешь? Я не про Саню, алло! Нет, это было грубо. Да. Вау! Да, Саня, да. Даже я такого не делал. Ужас, Саня, вообще. Страдать ее. Ну че, Саня, готов? Нет, то есть вот этот похотливый овощ, это вот такое было, да, но вот...
Ну он сейчас был в Москве. Прекрати Саню так называть, ну серьезно. Кошмар, Алёна, вообще постоянно этим занимаешься. Ну, в шоке. Да, я, точно. Ну, у нас все ходы записаны, да, Сань? Да. Попомню, кто все это начал. Я просто подсказку давала, а вы это все вот синхронизировали. Понравилось. Даже это я тут вообще не причем. Да, Таня здесь не при чем. Ой, давай вот, Андрей. Саня, умирай, сразу. Так. А где? Ну что? Все? Где? Я. Сейчас вот. Запусти. Я обновляю, но не вижу лях. Обновляющий. Где лехи, Джонни? Сейчас. Сейчас. А сейчас я отошел за чипсиком. Да, блин, Таня. За чипсиками она пошла. А ляхи где? Вот. Ляхи. А сейчас? А сейчас что? А сейчас это... Так, грузись. Чем я занималась? Чем ты занималась? Он меня... Какой-то хуйни... Я вот хотел пробить. Хуйни... Да ничего. Ничего, рубись. А почему нету? Саня, оставь мой барабан в покое. У тебя там, кстати, на огороде... Блять! Что? У тебя на огороде, блять? Моя карамбола! Что с ней? Что с ней? Ебучий дождь! Сука! Карамбу мою уничтожили! Карамбу! Блядь! А... Как так? Как... Это была моя любимая карамбула. Это была наша любимая карамбула. Бля, вот это обида. Обидно. Да. Ну все, все уже не я смешно. Я не могу прикрыть. Заебали. Заебали сами. Мы не это самое, не осуждаем ни в коем случае, как бы. Мы поддерживаем. Надеюсь, ты фигурально выражаешься. Надеемся, ты... Хотя, знаешь, я рожу, у тебя есть плавая жизнь. Блин. Почему я это делаю? Ну, потому что ну ты родился таким, как бы. Так вышло, да. Да, природа так выбирает сцене. Да, природа решила, что ты будешь вот ну таким. Хватит, пожалуйста. Мы монстры, я знаю, мы монстры. У нас они вот девушки вот такие, да. А дурубить вот. Я что, я ничего. У нас есть где рубить вот, не нужно вот. Я по-моему весь вырубили вот. А я дорубила то, что не дорубил Андрей. Капец вот, воду не оставили. Но воду мне все равно мало. Гадсовод? Я чего? Гадь. Вот. Гадсовод? Гадса, Вуд, что непонятно. Ну. Я не понял. Да, Гадса и Гадса Вуд. А, Гадса Вуд, да. Я сойду. Вот на релитл. Да, ну, природа так решила. Да. А вот же вот еще лежит. Природа вообще сволочь. Маленький Вуд немножечко. Возьму немножечко Вуда. Копать. Так.
Блять. Может быть, мне посадить лук? Подожди. Я уже давно посажен лук. Я хочу еще лука. Мне не хватает лука. Да, недостаток лука в организме. Я посажу лук. Хоть не на бутылку? Как получится. Саня, а что у тебя за кушка стоит? А, бля! Ой, стример, господи! О, стример, да! Мега стример, да. Забыл переключить. Бывает. Опять все лагает, хуя. Опять. Не привычки. Какие? Порнуха, да. Вау. Геймпорт. Мне даже скажешь, что я чё-то. Алло, да. Ладно, ладно, это устарелая шутка. Да блин. Так надо. Да. А ты сверху вот порубила, Таня? Бля, вообще воды не осталось. Так. Да, он и сами там вот растет. А. Так. Если у нас открылся карьер, то может быть там вот. Да нет, еще не открылся вот этого. К мужу что взять? Кстати. Зайди. Больная без подарка. Не сорян, муж. С вами просто поболтаем. Тебе дать. Зачем у меня есть муж? Окей. Как я? Рыбку можешь половить. Блядская, блядь, рыба. Сука, нахуй, блядь. Блядская рыба. Виноград! А можно виноград? Да блять! Пускай будет. Нам нужен виноград! Нам не нужен виноград. Ладно. Мне нужен виноград. Ну. Да я виноград нашла. Да какая все это делаешь? Угадаю. Говорись ты нахуй, блять! Я пытаюсь, Таня, не дави на меня. Я все еще ловлю эту блядскую рыбу. Давай, Таня. Нам нужна эта блядская рыба. Нет, все, я ее не поймал. Пошибально. Блядская рыба. Бьет себя как? Вообще. Блядь. Как дрейка. Вообще вот у Твича же есть плашка, а тут вот контент для взрослых. А, да. Но слово пидор все равно нельзя произносить, например. Даже взрослых. Не-не-не, ну нету плашки, что тут контент не для обиженных. А, да, вот, кстати, да, большое упущение Твича. Ну да. Саня, чего у тебя экран так близко?
Еще можно плашку наш контент не для эксперта. Тебе комфортно? Да, да. Какой контент? Не для эксперта. Не для эксперта. Не для эксперта тоже можно, да. Сейчас это говно все в воду попадает. Какой удобно. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Вот больше сейчас поймал. Я нашла еще воду. Так. Что у нас? На маленьком островочке? Ой. Да, я больше сейчас поймал. Уходи! Саня, живи. Муж! Да я нет! Снова с пустыми руками, муж, извини, муж. Живу. Просто... Всё, просто живём. Да. Что делаем? Как-то живём. Чего я пеньки могу убить прям? Да вылезь, сука. Да, свой сет. Хеллоу. Хеллоу. It's me, Марио. Кстати. Марио. Слёзка? Да. А я тут. Вернись. Не хочу давить, но мой муж скоро уйдет, спасибо. Пусть. Возможно, он уже ушел. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Да. Муж. Подождите меня, муж. 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 Муж на месте, муж. На муж. Как раз уходить собирался. Отлично. Спасибо, Саня. Да, пожалуйста. Так. Еще три сердечка будет моим. Ну, не совсем моим, но отлично. А, мне же еще маны нужно грабить. Ебаный сет. Надо кварца. Что тебя? Достать. Не, я ей уже сегодня дарила. Нет, сегодня не дарила, но завтра дарила. Возьми. У меня этого кварца до жопы. Понял. Максимум. Окей. Мне есть что продать, мне нечего продать. Так, так. Блин, летит. Что? Эрик, я сюда. Но... Зато я закадрила мужа. Нет, для счастья много не надо. До сегодня такие себе. Кукуруза. Бля, за кором было обидно, пиздец вообще. Она у меня одна такая красивая была. Обидно ебана. Так.
Ого, спасибо. От души вообще. Что-то часть зашла, часть не зашла. По какому принципу-то? Алло, игра! Растите дыньки. Большие и побольше. Большие и побольше? Да. Андрей выглядит сегодня особенно счастливым. Ну, я бы не сказал, у меня с Андреем уже два сердечка. Я думал, больше. Не, не медленно. Он не настолько. А, ты прокуришь. Ну, поняли. Действительно, что это я? Ну, кишки пустая миска, надеюсь, он стыдно. Нет. А. У нас выжил. Ну ты даешь, Ксим, ну ты даешь. Так. У Андрея есть вот. Какой вот. Пожалуйста, не берите мой вот. Мне он понравится. Да. Зачем это? Если только чуть-чуть. Не, я свой выращиваю. Только он нихуя не растет, почему? Ну, зачем дом расширять, там, может, построечку какую-нибудь когда-нибудь поставить. Этот вот понадобится моему мужу, чтобы строить стулья, блядь. Лен, ты, конечно, не обижайся. Да. Ну нахер твоего мужа. И туда тоже. Так, эта скотина болятская на месте. Делаем ставки, нахуй. А, ты про моего мужа, я не знаю. Нет, я про Марни. Да, вот, не забыл про меня. Нету. Нету я? Нету. Меня шляется с тобой. Да. Может, она пьет? Ебать. Бездонно. А, сидела с Мэром. Точно она умоет. Не-не-не. А, у себя дом фонд. Погоди. Не вы... Скажи, ой. А, вот! Вот. Сейчас она куда-то так и идёт. Вот, вот. Да. Она вот проходила и такая, типа, шепнула мне на ушко. Хуй тебе, а не коровы. Блюдо-то старое. Ох, блядь. А нахрен я это сделала? Ну ладно. Так, кукуруза продать. Блять, я это куда-то съебалась, сука. Кто? Робин. А, ну что-то не понял. Они теми своими пилатесами занимаются. Угу. Ух, блядь, старые. Сектантки, блядь. Угу. Пойди-ка, пойдёт. На выходные только не заниматься надо, блядь. Действительно. Кто в будний день вообще бросается в рабочее место и не пилатесь? Серьёзно. Да вот эти ебанушки, блядь. Что за... Город вообще каких-то ленивых жоп, вообще никто работать не хочет. Да. Да. Эбигейл, а ну-ка пошла нахуй! Нахуй пошла! Нет, это мой, уходи! Не заходи в этот дом, это мой муж. Пошла вон. Люха. Муж? Люха! Не забывай, как мой муж. Правильно. Правильно, блядь. О, с бомжом поговорим. Здорово. Будешь надо издеваться, если ты попросишь.
Окей. Что-то вот так печально это сказал, что даже как-то печально стало. Бедный бомж. Да. А-а-а! Вам же это длить надо вообще. Блядь. Согласен. О, нет, Саня. Лучше ты в помойке рылся. Саня, грубо. Да потому что это, типа, не важно. О, древняя сема. Прокола. Древника. Блять. Оу май. Меч. Оу май. Проебал. Колечко проебал? Меч. А, меч. Да. Пойду покупать. Давай. А денег-то есть? Да. Так. Сюда. А я могу... Подать. Вот эту хуйню. Блять. Что как? Нормально. Но рыба неплохая. Совета. Чё? На, сэм. Да я про другую рыбу, боже. Пойми, так, а? Я ничего не скажу. Ну да, ты подумал. Не понимаю, о чем ты. Все, мы все знаем. Не туда, Сань. Не туда. Я выдохся. Видишь, разговор такой неправильный. Такой неправильный. Без контекста это очень плохо звучит. А чего такого? Нет, все нормально. Ничего противоестественного, все взрослые люди. Ты все понимаешь? Да. Да вытащи ты, боже мой. Все понимает. Ну не так. У-у-у, клёв. Надо идти. Клёв. Сейчас рыбу наловлю. Ух, рыбу сейчас наловлю. Займусь. Да. Где ты целый день? Орудовал своей киркой. Ух, ебанутая рыба. Матерь Божья. До свидания. Ебанутая рыба. Бля, ну мне что не везет просто. Мокрая газета, 5 водорослей, 2 рыбы, блядь. А это потому, что в горном озере надо рыбачить. Вот кайфово. Да, походу. Я, правда, сейчас ебанутую рыбу вместе с сундуком упустила, так что очень обидно. Не, на самом деле, сейчас дороже продается рыба из океана. Да, но я хочу разную память. Да. Ебать, копать. Ебать. Копать. Можешь даже предположить, чем ты сейчас занимаешься? Я копаю. Вау. Ну, видишь, ты копаешь. Ну, не, я тут тоже. А, и для тебя. Меня, но я не даюсь. Молодец. Тебя. Ты сегодня не даёт. Так и запишем. Я сегодня не даю. Не обращайтесь.
Не то чтобы я собиралась, но ладно. Так, рыба, уймись, уймись, я тебя голову поймаю, слава богу, это чудо-огурец, блядь. О! И ёбаный сундук, в котором 3 угля, ебать, спасибо. Это хорошо. Стоило того. А вообще уголь это очень нужно, что? Ну да, но нет. А... Но для меня это нужная штука, пиздецки. Меня выкинуло. Безбожно, да? Денег не получу. Какие-то деньги я получу. Нет, это не те деньги. А в смысле у меня кукурузы? А вообще не спаришь. А я только домой двигаюсь. Хуй знает, сколько я буду двигаться домой. Сейчас один шаг. Да? Так что давай входи, еще успеешь. Работает. Чуть 2 семьи не продала, блять. Оповещение? Да. Да. Оповещение ничего работает. Ну, фоллера. О, нет. Здравствуй, новый фоллер. Поставь надежду всех сюда входящих. Ловер? Фу. Это Тёма. А Тёма, да, да. Здорово, Тёма, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Тёма. Тёма привык. Да. Чё, Андрей, ты вошёл? Да, да, я уже лёг. Таня, легли и прочее. Вышел и лег. О, вот сосочек могу сделать, клёво. Нормально. Отлично, отлично. Так. Меч сюда. О, перцы поехали. Найс. Nice. Я все равно ехал там. Найс. Найс. Да. Клёво. У меня 9 иридиевых рыбок есть. Я готова. Так, если ты одно и то же пихнешь, там у нас оценка не супер высокая будет. Да. Там нужно разнообразие. Разнообразие чего? Да ладно. Ну, слитков можно пихать каких-нибудь. Вообще похуй, будет 9 иридиевых рыбок. Когда ярмарка в последний день? В нижней собрать. А что там пойдешь? Перцы. Ну, да. Помидорка. А продавать? Так, на копейки. Штучек 6.
Водичка. Вообще нихуя вот не растет. Вот что происходит? Кто не растет? Вот. Вот. Только семечек посадил, он хуя не вырос практически. Он растет долго. Он живут. Ну, просто я посадил одинаковые семечки, а вот у нас 2-3. Что за хуйня? Это норм. Весит? Очень много воды. Ну, добреньку бы для удов, но ладно. Курочка. Привет, курочка. Вместе ли это пизда? Чего делать? А, кстати. Чё? Маш. Вместе, кстати, пизда. Кого? Нихуя не понял. На месте ли, говорю? Какой кошмар. А. На месте ли пизда, ничего не понял. А куда? Да это по Марне, боже мой. Ага, Марне, блядская, сейчас проверю. Да, на месте. Отлично. Блядь, слез к вам был взять для мужа. А, не подожди, я же уже подарила все. Я уже много тысячи стоит. А куда я иду? Куда мы все идем? В чем смысл? Не, за что, Марня? Да, сердечко! Сюда! Быстро! Дюсей, блядь! Так, Льюис. Сука! Старый ты. О, как раз Льюис идет! Как раз Льюис! О-о-о! Как они там оказались, да, Льюис? Какого хер? Ну как это работает? Кто? Таня, посмотри. Что посмотри, Таня? Дверь открыта! Так уж я ее открыл. Да, дверь открыта, но тебя не пустят, потому что маме с тобой не дружит. Сука! Катный карс, господи. Обидно. Катку я все еще не могу сделать. Бочонок. Я не могу все еще сделать. Кто-нибудь может сделать бочонок? Нет. Нет. Блять. Вам хочет пить, как вы не понимаете. Да срать на неё. Да. Пару лет похочет пить, и нормально. Твою мать. Если что. Эльф какие-то дни можно в этом, в таверне купить. Че, я еще покупать буду, нихуя себе. Ну че, такого говорить-то вообще. Пойду так про лучше, наверное. Или кирку. Или мотыгу. Или. Мотыгу? Короче, кирка. Медная. Мотыга обычная. Мотыгу, наверное, да. А три дня готовится, да, мама? Тогда я успею. До следующего сезона, в принципе. И у меня нет слитков. Понял! Но у меня есть золотые слитки. А железных? О, железные есть. Покупаю. Да, наверное. Кирку сделала. Или лейку. Блять. Лейку или кирку? Кирку, наверное. Пойду кирку улучшать. Как раз денежек накопила. Мне бы рюкзак купить, но я лучше инструмент лучше. О, коробка.
Приход духов все не смотрел? Хотя, в принципе, ты же сказал, что на животное это не влияет, да? Не должно, да. Блин, я не успею. Если что, можете в секретный лес заходить. О, найс. Ты себе там топор вкачал? А чё? О, лучше-то, блядь, забыл. А, кирку. 5000, блядь! Ладно. Окупится ещё, наверное. Но это не точно. Да почему ты в шахту-то уехал? Я в том случае. Бля. Нет. Бля, я отказываюсь идти в шахту черепа без лифта. Ну поставь себе мод. Я не знаю, будет работать. Буду. Ну поставь. У меня будет классно. Ух ты, блядь, какой это самый нежный, да? Я ее без лифта прошла с лестницей. Я тоже без лифта проходил с лестницы. О, ничего. Раз 200, я не хочу еще раз. Разъебался. Вот это прелесть! Ты должен страдать! Я не хочу страдать. Мысли четверди были. Можно страдать. А? Так. Что у нас тут? Нихуя. Прикольно. О, слайм. Иди сюда давно. О, то, что нам надо. Едобный папоротник. Или мы его уже... Мы же его не относили еще. Нет. Ну, смотри, только открыл. Это хуйня. Я думала, может быть, он, типа, уже взял и несет, и вообще... Сомневаюсь. Он спать лег, да. Тут рыбу же можно в любое время ловить. Сразу. Рыбу? Ну, да. Которая нам нужна для бандла. Ага. А, нет, рыба, не смей! Это же сундук. Не уходи! Ну как, приманки нихуя не осталось бы. Да ёбаный! Рыба, блядь. Да. Лесоплёх. О, наживка. Охуенно. Первый раз в жизни я ей рада. Да, бля. Чё? Рыба. Ого. Рада? Рыба? Ебанутая. Ага. Пойду гляд. Рыба бежала сами. Блять, нет, да ебать! Не смей, рыба, не смей. Не смей. Блять. Хорошая рыба. А рыба продаете? Нет, показываем. Красивая. Угу. Блядь, ты схуел, ты хуй. О, еще она же в кроме шахты. Естец, блядь. Нам нужна морская звезда. Да хуй знает. Это же артефакт, да? Ну да.
окна, что нихуя не нужно, раз там что-нибудь. Мусор пошел, прикольно. Ну и я пойду. А тут же, кстати, вот внизу, по-моему. Должен был быть. Нет, вода. Ебать, я тупаю. Так как флаг. Как-как-как. Хороший вопрос. Отвечай от Борисбурга. Жопой. Спасибо, Борис. Хакаешь. В неожиданных местах хакаешь. Нечего всякую бурду есть. И слушать бурду, да. А я же не могу сказать Джиону, пока у меня что-то готовится у клиента, да? Не можешь. Плохо. Да, так, ну... Ну вот, нам же карты не нужны. Тогда я его продам. Леса плохо оставлю. Нет, продам. У меня есть папоротник. У меня есть леса плохо. Чувствую себя прекрасно. Ой. I have a pen. I have an apple. Продам. Apple. I have a pen. I have pineapple. Pineapple. Отвратим. Apple pen. Pineapple pen. Pineapple. Apple pen. Тяжело. Какая на пол, а пол там. Бери, Саня. Нет. Да. Ты меня соленый попутал. Куда? Запомни, Саня, я мальчик. Я ж это. Не держи. Что, получается, две девочки, один мальчик? Плохо. Да я хорошо пришла. Погодите. Я мальчик. Я настоящий мальчик. Так, ну все, ужасный, ужасный. Буря приближается. Ох, но. Нихуя у тебя тут дыня, блядь, Таня. Что, здоровые? Нихуя у меня тут дыня, блядь. Как тебе забыть-то нахуй? Погоди, дай. Ебать. Пора? Нормально, 19 дынев. Хорош. Охуеть. А одно что-то плохо стало. О, мне нужен один перчик. Мне тоже нужен один перчик. Дайте перчик, пожалуйста. Один перчик, пожалуйста. А, перчик. То есть, окей, ладно. Я положу туда перчик. А теперь бери. Нет, нахер надо. Ну ты, блядь, Андрей, сейчас подойду, пиздану нахуй. Таня. Таня. А? Дай перчик. Блядь, в бутылке вот только что положила. Три штуки, всем, блядь. Спасибо. Поперчик. Я дала. Спасибо. Пожалуйста. А куда его носить? Доктор просил. Джорджа просил. Нахуй я эту соплёху-то убрала, ёб твою мать, Алёна. Зачем ёбнутая стала? Кстати, а мне... Нет, всё. Apple pen. Алёна, хаус. Apple pen. Apple pen. Почему коробки не глажены? Apple. Чего свое время? Тебя погладить? Apple pen. Что? Погладить? Ты сейчас не кто меня бросит? Тебя погладить? Не надо. А сейчас обидно вообще было, блядь. Я, конечно, поправился настолько, Саня.
Да, Сэм. Да, а да, шоу. Я. Ужас, зашел я к тому. Отвратительно, Сэм. Суждаю. Ну, блядь, надо положить. Делать майонез. А где Джордж? Тут что ли? А он все дома, по-моему, обещает. Да, помощь его ходит. В смысле за смерть послать? Ты охуел, старый? Вообще, блядь. Ну, пидор. Ой. Вообще, два мерзких человека, которые вообще помогают мне. Какие благодарные. Как вы заебали? Пидоры, пидоры, да. Да, блядь, хорош. Алекс, уйми своих пенсионеров. Блять, вода кончилась. Так. Ууу, клёв, клёв. Еду, еду, клёв, ты еду. Что? Ёбаный. Клёв, закончился. Вот так всё, да. Да ёп. Всё классно. Так, перец. Иди. Хорошо. Хроники с Солерионом. Конечно же я хочу сыграть, это же так, блять, весело. Holy shit. Саня, ты не успеешь. Надо 4 работать. Да, твою мать. Ладно, завтра. Ha 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 ha.
Да куда ты идешь? Найба. Что ты? Мы в настолку играем. Ну, конечно же, мы еще увидимся, мой родной. Прямо сейчас увидимся. Я совершенно точно не хочу искупаться, если ты об этом собираешься спросить. Воняй дальше, мне все равно, господи. Каждого свои приколы. Он решил, что я зову его купаться. Чего он решил? Я похож на человека, который купается. Не видели вообще, блядь? Я плавать умею, для начала. Я не умею плавать. Как топор умею, как не умею. Так что, если случится всемирный потоп, я умру первым. Хорошо. В смысле хорошо, блядь, ты чё? А вот Саня первым не умрет, он где-то в гараж живёт. На Урале. Нет, это я оставлю, наверное. Блядь, Саня. Что? Да я слышу через тебя. Или коня. Ну, рыбалки. Ну, сбила, да? Давай отойду. Да нет, все равно буду слышать через это. Я слышу через твой микро. А почему? А это не заканчивалось. Это постоянно. Сейчас. О, всё, нихуя, нормально. Попробую поправить. Ну ты пошёл там, где ты поправишь. Так, диско... Блин. Настройки. Звук. Так вот. Судьбу подали. Да. А так. Какого хуя? Нормально, весь мир поймал. Оу, Саня задружился с бомжом. Так вот кого он романсит. Понятно. Да. Саня, девушка свободная, можешь себе позволить? Только бомж не кондрис. Извини, Сань. Не для него, не для тебя его роза цела. Под розой я подразумеваю, неважно что. Заткнитесь. Кусаю два розочку, да? Да. Цела, господи, как учитывая, что он бомж. О, боже, какой ужас. Отвратительно. Не представляйся. Если бы ты не объяснял, я бы не понял бы. Но... В этом и смысл. Как ты за кошмар, блядь. За что?
Ой, домой пора, боже, я тут лут ловлю. Ловлю? Рублю. Ну, 13 луна неплохо. Неплохо. Я сейчас подойду. Че ты там уже? Я сладко заработал. Зачем? Не зависть. Так у меня ж не лежит сотка как. Да я будем. Там дело пошло. Я понимаю. Блять. Ох, Алёна, Алёна. Куда? Бросила нас так петь в одиночестве. Да. Я же сказала, сейчас подойду. Но бросила нас так петь в одиночестве. Почему ты долго? Ничего, поссать нельзя, Саня! Я извиняюсь. Да, не... Не поссать нельзя! Да. Не поссать не сможет быть. Писать тут. Саня! Писать тут. Я не настолько профессиональный геймер, чтобы, знаешь, под себя ходить. Не отрываюсь от игры. Боже мой! Ну... Ты... О, черничка. Трогать-то. Посиди. А чё ты запрещаешь чё-то? У тебя вообще совесть есть, а? Я запрещаю вам засать. Так, офигели. Окей. Коровки. Пойду животу покажу, что ли. Ну, что-нибудь прикольное получу. Андрей? А? А, хотя... Не... Бля... Да, твои... Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Вот. Нет, вот.
Медях у нас на 30 уровне, да? Да. Больше количество. Надо сходить. Больших нигде. Я сколько не шаталась туда за большими количествами медяхи, так и не нашла их. Ладно, проверим. Тебе скус. Так, а мне не надо. Не надо. Опа! Мажор. Мажор детектор. Отдай мою кирку, скотина. Спасибо. Подожди, если я сейчас попрусь на 30 уровень, а там темно. А у тебя нет кольца до сих пор? Не. Тогда не лезь на 30, лезь на 25. Давай, давай. Блять, этот куст. Андрей. А что с кустом? Куст Андрей меня отвлекает. А, боже мой. Да. Так. Кого сегодня? Подойник. Сюда. О, вот. Может быть, мне с собой факел зачем? Хорошая идея. Нет, как бы по... Что хуёво, на самом деле, вон. Или хорошая. Блять, не знаю. О, бидон молока! Там же не кровь? Нет. Ой, нет, это дерево сломалось. Так, рыбоежи нам не надо же, да? А граната, кристальный фрукт скоро будет? Наверное. Ну, это зимой. Зимние я соберу, окей. Мне нужны сезонные семена, которые дают. О! Саня, деревка треснула. Чего? Пойду спизжу, вот. Я сегодня тоже соберу, так что не парьтесь. Грибочек красненький. О, нормально. 32 уровень. Да, хуя мере. Это зачитаю. Ай-яй-яй-яй-яй.
пошла. Так. О, гранат вот. О, нас. Опа. Да, иди нахуй. А где ты, блядь? Ау. Ты такая ловушка. Пора домой. Mm-hmm.
бля, я предлагаю. О, спасибо тут. Пожалуйста. О, спасибо. Я сейчас удержи. А имеет значение, в каком месте стоит громотвод, или он в любом месте? Похер, вообще похер. Это хорошо. Карамбол, мне уже никто, конечно, не вернёт. Блять, обидно так. Что она, блин, не знаю, в помидор ударила. Хотя, блин, помидор. Завтра что-то будет. Звучит страшно. Да господи, там... Как хуй? Когда на молотвод все равно нихуя не накастовал. Так, а... Надо полно поставили. Нет. Есть, но... Вообще, либо у вас, груза, я забыл. Да? Ну, отлично. Еще успели кастовать. Через два дня новый сил. Что мне отдать? Пока не отдавать. Какая у него сторона? Мотыгу, донетку. Лейку. Тоже да, кирку. Золотой. Да, это было 10 на раны. Пока ничего не буду отдавать. А у тебя есть лишние 10 тысяч? Нет?
барабан уже даже меня раздражает, блять. Да, да. Чё с тобой, Андрей? Не знаю. Зачем ты так делаешь, Андрей? Выходишь и входишь, выходишь и входишь. Выходишь и входишь. Ну вы удивитесь, но это не доставляет мне никакого удовольствия. Вы не удивлены? Потому что нужно уже взять и окончательно войти. И больше никогда не входить. Да, звучит не очень. Собаки слепшиеся, блядь! Да. Да, да, это твоя девушка, да, Андрей? Я не понимаю, что у тебя происходило в голове, да? Я сам не понимаю, что там уже. Там ничего нет, здравствуйте. Но мне нужна твердая древесина. Мне тоже. А где? Да господи. Кыш, кыш, кыш. И кыш. Ебать. О, мышь. Может, уши себе купить? Есть уши? Мышь, есть уши? Уши хочу. Уши, знаешь? Нету. Ладно, подожди. Уж хочу. Да-да, ты рубишь, она пиздит. Тип-тип-тау. Нет, я просто подхожу к дереву раньше него. Где? Подхожу, я сейчас так. Просто молча идем к цели. Да где же выход? Он думает, он придет быстрее. Может, и быстрее, но надо же и здесь проверить деревья. Ну да. Как они тут растут? Вроде нормально растут, хорошо. Бат, везде все врублено. Кошмар. Нет, приятно. Игра на четверых просто, да. А, беда, беда. Да. Можно сажать? О, здесь можно сажать. Да, мы. Отлично, посажу. И тут нихуя. Ва! Ты можешь помыться. Ну, наверное. Хотя, может, на пляж выложим. Шлец где-нибудь. Тварь такая. Рыба в половичку. Хорошая. Только
лучше. Ну, конечно, только я подошла, сразу клёв закончился, да, рыба? Да, сакая. Ты сломала им всё клёво. Клёво. Вау, это огурец? Если это огурец, ешь. Зачем? Можно же положить в ящичек и не есть его никогда, потому что ты забываешь про него. Чтобы это не было, оно ушло от меня. Сука. Да, это был огурец по-любому. Умоляю. Охуенно сундук с одной наживкой. Лох, лох, ничего. О, блядь! Нахуй. Да ёбаный твой рот! Ненавижу. Блять! Нахуй я тут стою вообще, ты не занимаешь? Чё, заняться нечем? Господи, боже! Чё, думаю, ну чё, нахуй? Ебаная рыба. Согласна. Одни карпы невкусные. Блять, 5 ебаных карт. Нахуя они мне? Продать. Жалко. Продаются. Грустно продаются, не нравится. Но они продаются, это важно. Но грустно. О, королева соус. Ну, хлеб. Все. Да все, у них добро. Помидор. А сегодня... А, медуза. Выходите на медузу? Я не хочу на медузу. А что там на этих медузах? Нихуя. Я там просто пыришь на медузы. Даже магазина никакого нет? Нет. Только медуза? Он только... Да. Бросит оскопича. Так. Ну это как бы 10. В принципе, мы все дела переделаем, да пойдем, какая разница.
чок не свалит. Да тут 10 уже конец дня. Да кому пошли, будет весело, говорили они. Нет, где наш? Песковник. Нам нужен песковник. Так это ж кто бы сам? Нет, я в торговец. А? Ну, ты у нас мажор, кстати, торговец. А что ему еще интересно есть? Золотой сосолитый. Ага, а что еще? Что там еще было? Вишня. Вишня? Нам нужна вишня. Сейчас будет вам вишня. Потому что фруктики печальные. Очень печальные фруктики. Да не надо ее есть, спрячь ее, боже. Так, ну в крылья я не попаду, я так понимаю, да? Почему? Да, да, не попадет. Да, я же так аккуратно. А, мне ножи. А, у меня же есть мясо. Я же могу из мяса сделать, да? Да. Еще под ножики сделаю. День, так, день, хуйник. Так, мясо. Сюда. Да какой? Что сделал, бомж? Он сейчас что-то сделал. Что он делал? Что он сделал? Около него что-то сломалось. Что он сделал? Он что-то сломал. Он в земле может копался? Может, да. Я не удивлюсь. Быстро. Блять, пришла к мужу без подарка. Вот что твой подарочек, это я. Так лучше. Кирку. Час. Чё? Да ничего. Ну да. О-о-о. Что за рыба? Что за рыба? Что это такое? Блять. Какой пиздец. Какой пиздец. Я сейчас просто психану пойду себе. Птичку куплю. О, хлеб. Какая у тебя? Дорогласовая, кажется. Видео хочешь? Ну да, ну да, с моим. С моими-то деньгами, с моими-то навыками. Саня, Саня. Саня, Саня. Опять ты вот это вот. Да, да. У Линуса еду отнимаешь. Денис, не подходи ко мне, я нервная. Быстро. А будьте здоровы. Мы
блядь, опять это рыба. Что ты такое, блядь? Что ты такое? Рыба. Куиба! Блядь. Блять, блять, это гамма. Ты куда-нибудь устаешь вообще? Я устала. Что это было сейчас? Осётр. Ты выебал, я осётр, блядь! Это пиздец! Да, он такой. А когда будут легендарные рыбы появляться? Или они в целом в течение игры? Есть, по-моему, они как появляются, нет? Или какой-то уровень нужно сложить? Лишь что? В какой момент они начнут появляться? Я типа еще не готова к ним, но интересно. Может, какого? А Саня-то нашел вот. Представляете? А что нашел? Вот нашел. Вот, а вот. Странно. Вроде женский персонаж. Хотя. Домашний. Не обманывайся. Мальчик. Мы видели сами. Вам показать? Не надо. Держи при себе, сын. Нет. Пидора, ты бьет, блин. Вот так вот. Блин. Mm-hmm.
Ну что, господа, готовы? Почему? Бля. Пляж. Бля. Ой, бля. Пляж. Я забыл. Да конец дня, пошли, ничего, все равно ничего не успею. Далеко. Успеешь? Далеко идти. Соня! Ну, блядь. Первый раз в жизни я успела первый пойти куда-то вообще. В принципе, не только во время жизни. Да. Куда? Сейчас пока Саня будет бежать. Угу. Мы все отъедем нахуй. Саня, не туда, не туда, Саня, не туда. А куда? А, ну я на стриме, и смотрю там. Задёшь. Чё, стартуем? Даже я сможу поговорить. Это важно. Да как? Как ты? Да, мне стартуем. Эмин. Скипнуть это нельзя, конечно же, да? Да? Да. Ой, блядь. Это что? Медузы? Вау! Нихуя себе! Охуеть! Еще одна! Вау! Как же похуй! И так хотелось сюда, и так похуй! Я социализируюсь. В жизни этого не делают, хоть в игре. Не полетел, блядь. Я правда, здесь Кракен появится. Нет. А нет. А мне какая-то необычная медуза подплыла. Вот, ага. Я бы на твоем месте держался, ты не подальше. А, я держусь подальше. Молодец. Ага, что? Бупай. Давай. Да, продавать. Барыга. Не продавать. Так. Надо тыковки будет. Да, тыков надо насажать. А баклажаны? Ну, так один можно повесить, да и всё. Один точно? Да, они там не особо. А золотую кукурузку мы закрыли? Вроде да. А мы... У нас золотого остался только этот тыков. Надо тыков повыше. Ага, да, тут накидали, понимаешь. Ой, все умерло. Все умерло. Все пропало, шеф. А у меня сейчас живой. Блядь! Ладно, не важно. Кукурузка. Ладно, не важно. Thank you.
Попка, ты еще растет. Да. Тихо растет. Блядь. Так, а что у меня на усе-то есть? У меня есть... О, редкая семечка. Такое есть. Древние семена. Нет, не буду. Подождите. Вот это, посмотри. Может, еще вот этот. Корова? Какого хуя? Корочка, здравствуй. Сруся, ты что? Руся, блядь. Чуть порвал. Так. Из бедной курочки. Покупать что-нибудь. Яблоко. Блядь, тут яблоко растет. Кошка, сука. Нам еще батат, кстати, нужен. Лажан, тыкву, батат. Да. Сейчас. Пиздец, ну ты сука, съебись. Да. Я, короче, беру 5 бататов. И еще одну тыкву, наверное, возьму. 10 штук. А я и беру. Че взять? Ну, лажан, еще возьму что-то. Чего купить? Пшеницу покупать? Не знаю. Подсолнух. Там, кстати, подсолнух на 5 штук возьму. Сказочные семена, это сказочные. Ну что, ты будешь растить, если сезонные, да? Что? Сезонные растить эти хуйности будешь? Как именно? Сезонные. Ну, баклажан, вот это все. Ну вот я купила батат, баклажан, у меня есть тыква. Подсолнух взяла. Что там еще надо? Три. Мак. А мак он когда растет? Красная капуста. А когда она растет? Я могу поревариваю, но ладно. Предложи. Летом или весной? Всё. Столько яблок надо, это просто пиздец. Может, надо было яблоню посадить? Может. Может, и надо, но... Ну, просто 4 яблок, блять. Мы заебемся ждать на самом деле. Так, 9 на 9 это сколько? 81. Нет, 8. Умножить или? Умножить. Чем 9 на 9? 81, да. Да, да. Чем на 9? А сколько? А нам нужен. А зачем? На 8? Почему 8? А, ну да, 8. Так, ладно, новая задача. 9 на 8. 4000, блядь! 72. Я сюда. Дикс. Ну ладно. Воу-воу. Мне хватит на 72 тысячи купить? Мне не хватило. А сколько у тебя было? Десятка, по-моему, чуть больше десятки. Нихуя себе. К таким растратам меня жизнь не готовила. Ну ладно, заработаю. 72, говоришь, да? Mm.
кошка, съебись. Господи, почему именно здесь? Это кошка, объебошка. Не, подожди, а почему тебе десятки не хватит? По 100 рублей семена. Ты что покупаешь? Тыква. А. А ты что? Я клюкву купил. У меня нету катушки. А, клюкву тогда. У тебя нету чего? Мне ленкатки не надо, чтобы потом такую перерабатывать. Так, тыкву? Перерабатывать? А так дороже выходит намного, причём. Ну да. Типа, там херещий денег получаешь. Блять, что поливать, ты ебаный рот, это козел. Вот я поэтому не хочу много сажать, я же заебу. Не, я без принтера на столе. А вот я заебусь. А, ну теперь ты съебалась отсюда, да? Заебись. Кошки. Кошки. Так. Блять. Согласна. Поддерживаем. Блять. Я не хочу это все заново делать. Да не, оно-то останется. Почему? Да. Нету. Блях, нету. Блять, да ладно, серьезно. Что? Нету лях? Нету. Как так нету-то? Кошно. Ну, давай два таки. Ай-яй-яй. Вот сюда. Так, ну я нажал, играть на ничего не происходит. Охуенно, просто охуенно, блять. Да. Я играю в лесу. Ёбаный твой рот! Да. Здесь какой-то. Дерево, угол, уголок. Дерево, уголь. Вот.
Блять, можете меня посмотреть, на огороде все полито? Да. Отлично. Я не могу включиться. Так. Вообще нет, а? Вообще. Даже не в поле, чтобы есть. Стрелять. И влачить в воде. Хуя. Нихуя? Вообще нихуя. Вроде бы полит. Ну, можно перезайти. Полит. Меня же выкинул. Ну, может, он на моей стороне проблем. Пиздец. Просто зайти вокруг пала. Больше ничего нет. Да, это сначала. А? Да. Саня, спать. Погоди. Продаешь. Русские не продаются. Отвратительно. Что ты сделал? Что? Что? Да и короче, есть это. Какого ты такая, сальчичон, знаете? Да? Нет. Вот Андрей сделал себе бутер из сальчичона с сырным соусом. Так, в общем. Сисин? Вот. Не, я люблю сырный соус. И сальчичон люблю, но по отдельности. Да. Меня нихуя ничего не подключается. Все. Подожди, я выхожу. Давай, жив. Ты не заходи, да. Погоди. Обновить. Как эта игра работает по ремонту? Не очень, я думаю, как все. Да не. Я хожу пока что, господи. Ой. Я ушла. Так обновить. Зайди еще. Так. Я на всякий случай всем инвайты покидал. Я зашел. Саня вошел. У меня ничего нет. А, может, Steam перезапустишь? Попробуй перезапустить. Да пиздец, поскольку. Так. Бля. Даже в сеть не заходит. Часы пиздец. Ну, я с этим тоже ничего сделать не могу. Стим, ты чё, блядь, говна поел? Погода Охуеть. Просто охуеть. Придется заканчивать ходу.
Ну я полью тут тебя, да. Блять, какой ты. Почему Стим? Какой ты мудак вообще? Есть. Были проблемы с интернетом, я вообще с вами не разговаривал. Логично. Ну да. Андрей, ты свои сезонные хуйни собираешь? Чё, какие? Сезонные. Я ещё не потряс. О, повесили доску. Ау. Ты в банку умеешь туда? Ну, вообще все. И к банду тоже. Ну, сейчас я буду собирать. Что за хуйня? Всем пидорас. Он даже не записается, Тимур. Это пиздец. Я ебал. Попробуй через папку с... Через папку с игрой? Да. Так Steam не выходит в сеть, она присоединиться не сможет. Окей, не понял. Ну это хуёво. Да? Да. Всё, 2.5 часа поиграешь. Можно больше. Можно часов 7. 5. Спорим. Не. Включается. Может тебя ребутнуть? У тебя просто все нет? Полностью ребутнуть? Ну, чё? Попробуй. Христос. Я сейчас тебе полчаса тут ребутаться буду. Ну, подожди. Ну, огород будет с вами. Да. Окей, сейчас тогда вернусь. Алло. Алло. Я пока спуха. Алло. О, нормально. Не знаю, зачем, но... Пусть проводит. Да. Поеду к стороне. Так. Нифига.
Чё? Чё? А чё ты червяков-то не копаешь, алё? Копай червяков. Да в смысле, а вдруг там артефакт какой-нибудь? Да! Короче, я бы полезный. Копай червяков. Не хочу. В смысле, а вдруг там что-то важное? О, алё, ну у меня для тебя ещё да? О! Если тебе надо. Спасибо, надо. Надо, прям надо. Копай. У тебя боевой навык. Ты можешь сделать себе цветокаменное кольцо. Скорее всего. Оно и светит, и магнит. Магнит. Так. Интересно, надо тратить. А где? Там всего-то ничего. Нет. Буду рыбачить. Так. Мыслишь? Мысли нет подключения. А как я с телефона сижу? Ноутбук, ты чё, ёбуда? Попробуй. Да нет. Если я перезагружу роутер, меня мои бьют домашние, понимаешь? Все играют, понимаешь, не только я. Да подожди. Все, и слава богу. Ну ты баран, что ли? Да, да почему? Ну, что мудит, блядь. Я перезагрузился и все стало еще хуже. Понимаю. Давай еще раз. Понимаю тебя. Бля, пиздец. А как я с вами по дискорду разговаривала, если интернета не было? Можно мне узнать, пожалуйста, ноутбук? А ты не разговаривал, тебе все привиделось. А, может быть, у вас вообще нет? Ну да. Какие знакомые разносторонние личности? Ну да. Очень. Я очень горжусь собой. Это вест. Личности выдумать. Не ожидала тебя. Почему эта ёбаная кошка у меня? Кошки тебя любят. Сколько раз я в дом не могла попасть из окошки. А из-за мужа я сколько раз на пороге вырубалась. Ой, не привез. Нет, подожди, я не вырубалась, не спала уже. Наша окошка была. О, сука. Очки не такие, пока не погладишь, не отъебутся. Угу.
Да. Сейчас тут один кусочек воды остался. О, хуёво. У тебя бы этого стример, наверное, забыла, если бы не было интернета. Угу. Не, ну я бы сейчас с вами не разговаривала, если бы не было интернета. Мне телефон тоже к Wi-Fi подключил. Чё? И что за хуйня тогда? Чё-то... Понятно, палаток. Это же всегда помогает, да? Нет. Угу. Хоть как-то раз помогло. Ого. Угу. Когда геймпад подключил к семёрке. Ну это да, это работает. Такой нет проблем. Все хорошо, все работает. Может, там кнопочку какую на ноуте нажать надо? А, тут 4? Попробуй Я еще раз говорю, я не могу перезагрузить роутер, потому что меня сожрут. Почему? А, вы понимаете? Я понимаю. Возможно, DNS сервер недоступен. А почему? А что у тебя там? А что такое? А какое? Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что там стоит. Почему я с вами разговариваю, если нет проблемы с интернетом? Отправить отзыв на это средство устранения неполадок. Закрыть средство устранения неполадок. Спасибо, блядь, большое тебе. Средство устранения неполадок. От души вообще. Короче, я тебе в черный сундук бахнула колечко. Спасибо большое. Пожалуйста. Это пиздец. Ну так действительно стрит. Мы стримера нету, вау. А, он не стримит. Отлично. Пойду перезагружаться. Давай. Извини, мама! Ну, блин! Ты не нужен интернет для этого? Ты чё? Да.
могу. Что происходит? Что? А, Лена отключилась. Ну, да. Роутер да. Алло. Алло. Да. Алло, да. Алло. Да. Да? Вообще, либо провайдер, либо роутер будем. Вроде. Вроде все появится. А время мне кто вернет потерянное? Да, не так. Я могу играть. Я могу ловить рыбу и копать картошку. Картошки сегодня нету, но могла. Рубить вуд. Рубить вуд могу. Чего? Ух ты ж, етить. Андрей, ты что творишь, а? Я пытаюсь найти что-нибудь. Соня, сегодня типа супер удачный день, и я нихуя не нахожу. А в смысле хочешь что-нибудь? Ну типа хотя бы там парочку и там Ириди. Иридион хотел бы поесть. Человек может мечтать, блин. Ириди. Ириди может мечтать? Ириди мечтает, чтобы его никогда не нашли. Угу. Если я была Ириди, я мечтала, чтобы меня никто не трогал. Да. Мысль не удалось подключиться к сети Steam. Да. Нахуй! Ты просто взяла плохо. Теперь Steam будет. Ну теперь ты ничего. О, наконец-то, блядь. Это перемога. Только чтобы Дискорд запустился. Запустился, я сейчас вернусь. Давай. Алло. 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 Прикола, у тебя все хорошо. Можно не помочь. Да где, блядь?
Игра запускается, я сейчас подойду. Давай. Какому ху... Где, блядь, спуск? Какой спуск? Вниз. Зачем тебе спуск? Чтобы спуститься. Хоть не скатиться. Вот. О, вроде ящик. Нормально. Так это выглядит. Кстати, типа. Бля, ты чё раз так дохуя высыпать? Идёт спать, и чё ты так рано идёшь спать? Ну, больше ничего не делать. Ну да, когда ничего делать, иди спать. О, удобно. 8 часов. Прям вот самый разгар дня был. Да. Ну ты можешь пойти рыбу половить. У меня тут раки. На миде. Кишка, привет, кишка. Куда-то в угол забилась. Тебя Андрей обижал, да? Моя маленькая. Спряталась от тебя. Не, слава богу. Здрасте. Ой, там мне. О, спасибо. Ой, еще одна. Что еще одна? Да, слез перед. Да, блядь. А. Может, ты просто в ящиках будешь кидать? Спасибо. Буду. Подожди, мне тоже для тебя подарок. Как? Что там? Улитка. О, морковь ценный обмен. Нахуя? Можешь продать? Алло, да. Спасибо. О, еще одна. Спасибо. Подожди, 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 стой, куда идешь? Я продать хотела раков. А у нас есть кристаллярий? О боже мой, спасибо. О мой бог. У меня что, сегодня день рождения? Спасибо. Надо кристаллярием поставить, чтобы он слезки не делал. Или как он называется? Да, кристаллярий. Как это? Надо его поставить. Запихнуть. Саня, иди же запихнуть. Ну, возьми. Пожалуйста, его. Короче, у тебя колечко лежит в этом сундуке в черном. И в зеленом лежит одна кукурузина, которую у тебя выпрос. Ну, спасибо. У меня, короче, это. Я факел сломал, чтобы его перебить. Он в инвентарь не берется. Что мне делать? Ну, хуй знает. Прикольная игра. А если зайти и выйти? Выйти и зайти. Вот я зашла, я вот сервер закрыл подключение. Ничего не закрывал сервер. Да-да-да, у меня опять нет интернета. Походу да. И чё? Блять.
сидит? Я не знаю, меня просто выкинул. Я сейчас захожу, вроде бы. Не знаю, зачем. Вошел. О, как раз спать пора. Да. Может... А, вот спать пора, если осталось. Отлично, ладно, пойду спать. Боже, какой кошмар. Ёбан. Сколько дней проёбана? Два. Их вернуть нельзя. Ох. Концу будет. 186. Да? 1806. Понимаю. Блять. Где мышка? Мышка. Сам немножко втерял. Убежал, получается. Здоровый курсор. Потерять. Тяжело. Это сильно. Это надо хорошо посмотреть. Я вот смысл жизни потеряла. Да, про это ощущение. Дождь сегодня добрый. Прекрасный, блядский, солнечный день. Ой, вообще ничего понимать теперь нет. Как кайф, как кайф. Полеем. Да, наверное, прикольно. Андрей не дает молока. Я тебя молоко должен давать. Нет, это очень хорошо. Так, что я хотела? А, точно. Блин, эй, когда угол появится. Да. Ты рейку вообще не качала? Нет, пока. Что? Таня, тебе нужен бочонок прямо сейчас? А у меня он один стоит. А он тебе прям нужен? Нет, просто играть. Не, я хотела им воспользоваться просто. Да, пожалуйста. Просто воспользоваться. На здоровье. Ведь Эль делается в бочонке, да? Наверное. Ну, по идее, должен. Светлое время, да? По идее, почему? Насколько он готовится будет, ну? Вечность. Вечность. Вечность не предел. Лисичка. Вечность не предел. Или пердел. Передев. Не знаю. Может, передел. Так, может сходить домой, я вам домогалась. То еще разлюбит меня, я в том случае не могу допустить. Кстати, что у нас там очень не плавится? Какая-то рыбка у нас очень не разбавится. Желтый мудак. Фундук! Ей! А зачем тебе фундук? А бандал разве не нужен фундук? Нам еще шампиньон нужен, кстати. У меня есть шампиньон. Надо нести там. Да несу. А вот и муж. В смысле ты дрыхнешь? Ты че? Давай, ёбаный шашлык. А, то есть ты когда лежишь, я тоже тебе дарить могу. Ладно, отлично, тебе дарешь. Ой, я разбудил. Ну ладно, иди работай. Не буду отвлекать. Полегче, я разбудил его приятным подарком. Да, представь, куда ты его сунул. Ну, куда-то. У меня голова торчала, куда-то туда.
У тебя спал. Да, забирай свою слезу. Так. Куда ты? Куда? Либо в доску, либо... О, в доску. Что? В доску? Позить. Блять, яблок нужно дохуя просто. Где мы их все достанем? Так, не сюда. Лицо? Возможно. Сейчас. Нет, не знаешь. Андрей, ты в порядке? Да, Саня, сюда. Мне только ждать, пока все вырастет. Все, нечем заняться. Подожди, а мы что, фундук закрыли уже? Да. Когда успели? Осенний я закрою. Окей. Значит, ты шампиньон, да. Нет, наверное, да, для клиента. Нет? А лисичка нужна? Вроде нет. Нет, не нужно. Ничего. Эктоплазма. Нет, нет, волшебник, нет. Ты не получишь мою эктоплазму. Да я к призракам не полезу. Шучу. Не бесит. Ну, не бесит. И куда же они еще полгода к тебе подплывают, без принципа? Да, да. Слишком дурак все. Да. Корочка. Возможно, это срочно. Это там было мод. Срочно здесь. О, а это как? Это баклан. Привет, баклан. О, вот. О, тигровая форель. Где она? В реке. Пойду ловить форель в реке. Убить вуд. Ловить форель. Копать. Да ебать тебя. Тебе лучше быть форелью, серьезно, блять. Вряд ли. Ну ты что-то ебанутая. Змеи зуб. Думаешь? Можно. Может быть, может быть, да. Иди ты нахуй! Тигровая форель? А, нахуя. Легко. First try, bitch. О. Еще одно что? Можно это? Опа. Вот. Найсу. Найсу. Деревья.
Живит. Копать. Так. Мне нужна кухня. А рука. А, Андрей. А у тебя часа нету лишнего блюда? Каков? Учитывая, что я свой дом вообще не делал, то нет. Если бы делал, то был? То был. А может и не был. Какой? Да ты его одеваешь. Коплю. Не надо. Чего? Коплю. Да, копишь. Надо. А, дождь. Дождь. Надо в дождь будет в речке плавить. Надо будет в речке плавить в дождик. Ну, плыви. Так. Да ёбаный. Это придётся? Нет. А угры... Осенью дождь. Окей. Хорошо, дождь держи. Так. Что у меня? Да какого тиху? Действительно. Какого вкуса? Да, Сань. Да, Сань. За что я люблю нашу компанию? Ты за взаимное понимание. Я. Наживка, Короче, да, будет дождик, ты в океан, я в речку. Только там время нужно будет посмотреть. Ну, мы, да, днём, а угорь ночью. Там же узелок ночной. Да. Да. Чего я хотел Денег мало. Нужно. Завтра облачно, с порывами ветра на протяжении сегодня. В игре, ма! Забавно, забавно. О, вот, раз. Ломают. Ломай. Oh,
Короче. А мы... Блять, Андрей на лице сидит, вот. Нам нужен кленовый сироп и дубовая смола. Кленовый сироп у меня валяется. А смола дубовая у тебя есть? Нет, у меня дуб так и не вырос. Блять. Пидорас. Ой, блять, я забыл. Ну да. Аж пытаюсь не говнить. Угу. Не, ну ты пытаешься, это похвально. Плохо пытаешься. Плохо пытаешься, но пытаешься. Где у тебя кленовый сироп? Ниже. Окей. Андрей. А? Хочешь кофейный зерн? Нет. Ну ладно. Ну, жадно. Пытался. Ну, у меня есть что потолкнуть. Кухня нужна. А кокос нам нужен? Не нужен. Не. Ладно, пойду рубить вот. Убить вот. Сань приехал, уехал. Перепутал. Нет, тут да. Опа. Да-да. Блять, я сегодня как карту не заберу. Забываю постоянно. А ты не старался. Ну, да. Да ты где? Остраться. О, май. Бля. На миди. О, миди. Так, топал. Тепловой форель нет. Ну,
Да. Ишь, ну, собой. Было прикольно. Зачем тебе яичница? Для бандла. Но у меня все еще нет кухни. Да. А-а-а! А шаралу никто не находил? Нет. Эх. Фак. Кстати. Таня не валет. Как-как-как? Я тут читал книгу о фермере, на самом деле он очень похож на тебя. Смешно. Чем похож, ты не говорил? Членом. А, ладно. Кстати, что это было для меня? Я вам хотя бы читать у меня, это приятно. Прости. Прости. Ёбаный свет! 10 000, где же тебе столько надо-то? Зря. Что? Ну, я тут построила забор животных. Ага. Чтобы они все-таки могли войти, оставил калитку открытой. Саня пробежал. Вот они вот сейчас как раз собираются входить. Саня пробежал, закрыл. Нет, вы будете сидеть на улице. Так, ну возможно у меня вырастет дуб, кстати. Похоже, один из росточек все-таки пробился. Мне опять уходит спать пораньше. У Андрея тут золотые следки, так и хочется спиздить. Думаю, не расстроится. А? Зачем они тебе нужны? Золото. Не надо. Просто надо. Ну, надо, понимаешь? Нет. Надо. Мне? Надо. Не ответ. Ответ. Может, я знаю, это лучше там, не? Нет. Не понимаю. Саня, чё у тебя за заросли тут, пиздец? О, это хорошо, это мне нравится. Прям пол огорода просто в траве. Поблей! Это я сейчас приду. Прям огороды хуя на самом деле. Боже, даже ничего не трогает, Саня, я сейчас приду. Поблей! Да ладно, не хуя быстро. Да. Брата люблю случайно. А, нам же всем нужно ее принести, да? Его. Да. Окей, тогда я сейчас еще закину. Окей.
что закинешь? Хмель для Эля. У меня только два хмеля было. А почему? Вадим, Мил... Ты же сажал хмель. Да. Где еще? В... Девять хмель с вами. В ящике. У тебя? Да. Отлично. Нужно еще два. Да бери, бери, да. А, я возьму. Уж я возьму, я возьму. А где он? В левом. Дома? Нет, дома ты спишь. Дома, кстати, я ящик вижу. О, как раз два. А, нет, подожди. Ну, два. О, еще. Кто спать не торопится? Это я. Кишка, привет, кишка. Сегодня кишка спит со мной. И это ее проблема. Это тебя со мной заперли. Андрей, ты не нажал? Чё нажал? Мне ничего не нажал. Я жбил кнопку. А это сай. Блять, сейчас прическа, не знаю. Ну ты все, добрый. Бакозер. Ну, кожа. Надо нести сай. Куда? Надо нести букважа. А, букважа. Куда? Алло. Не, я букважа. Понял. Неси букважа. Чё, как-то носу? Только грядку, блядь, подними тебе бучу. Да, блин, грядку, блядь! Грядку! Извините. Да нам. Яблочек там нет, Андрей. Блять, вот эти яблоки. Бесит. Чего? Отлично. Больше ж не нужно, да? Да. Блин, взять что ли? Ладно. Не решил. Задание. Народу. Народу нужно. Нормально. Так, поставишь его. До дома, да? Ну, подавись. Да слезь ты с дивана, Дэй!
Нотки цитруса сосны, но текстура солидная. Сомелье, блядь. Фуфурье. 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 Мы еще дом не будем строить, серьезно. Пойду меч как хочешь. Ешь свою меч. А слезку я не взяла, да? А, не взяла, как пойму. Муж! Муж! Не выходи далеко! Блять, алё, алё! Подожди, подожди! Ты куда ты? А, на этой неделе уже... Ну, иди нахуй. Нет, давай поговорим. Подожди, подожди, давай поговорим. Я был вот настолько близок к тому, чтобы проваляться весь день в постели. Ты жалеешь, что не решился? И проваляться в постели? Да. Наш шаг. Ну, я не смогу сделать. Да. Блять, спать на сопу. Кольцо! Ну, мне же Таня кольцо дала! Алло! Я постоянно про него забываю! Блять! Что ж такое-то, а? О, боже. Поехали. Так, я думаю, сейчас пойду на 30-й, там темно, надо было факел с собой взять. Кольцо! Кольцо. Соседушка. Ой, блядь. О, другое дело. А я меч с собой не взяла. Меня сейчас взъебут. О, меня сейчас взъебут. О, как меня сейчас взъебут. Тебе помочь. Ну, если у тебя меч с собой, да. Один на 30 уровень. Кстати, выход сразу есть. Иду. Окей. 30 уровень. Там на 30-м, 31-м выход наверху справа. Понял. Еще. Не вижу. Ну, бля. О, могу тут пару шагов, прикольно. Так. Где? А, вот. Привет, Аня. Бля. Въебимся. Уже. Грибочек. А, блядь! А-а-а! Саня, не только это, себя побереги тоже. Да, мяу, Потом... Мне для задания нужно мне собрать её. Потом отдам. Да мне прям собрать её надо, знаешь, прям собрать. Для задания надо собрать. Я понял. Да. Давай, скин. Так мне прям вот самой добыть надо. Добыть. Прям добыть, понимаешь, добыть. Ааа, царя! Где ты? Внизу! Спасибо. Готов.
О, найс. Видал? С первого раза. Красиво. Вон, с первого, ладно. Нихуя. Ху ясно. Где нас не убавили. О, найс. О, вижу, вижу. Ау! Ау! Нахуй! А, блин. Какого хуя? Ты в порядке, сын? Да. Не, ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке, Саня. Да. Ты в порядке. Саня. В порядке, Саня. Нихуя тут нет, короче, быть. Ау! Что-то на меня. Алло. О, сверху выход. О, нифига ты меня телепортнулся сейчас. Майкл Джексон. О, там их цех. Сейчас, прости, ничего. Куда ты? Зачем ты в жука там летел? Здравствуй, сундуки с одной наживкой. О, да, славьтесь, славьтесь, сундуки, с одной наживкой. Не, не славьтесь. Это сарказм был. Сарказм. 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 Я доведу тебя до сарказма. А, угадочка. Что-то явление? Я не пойму. Что? О, есть. Ой, выход сразу, но мне бы пройти дальше. Одна наживка и хвост скелета. А-а-а. Коротковат для хвоста. Возможно, это не хвост. А что же? Это пинус. Может быть, это копчик. Это пинус. Типа хвост, знаешь? Копчик. Это пинус. Ну, тебе виднее. Это пинусная кость. Пинусная кость? Да. Чтоб так было делало, да? Не, чтоб не делало так. А, что-то не делаем. А если сломать? Бля, ну, гипс. Ну, но это будет, да? Не, не будет. Будет, ааа, блин, больно. Душевно. Я на 30-е, брат. Ой. Да, нужно выйти, подожди. Надо выйти. Забыл. Ау. Не ходим. Вы... Здравствуйте. Ходим. На 30-й. Вы... Может, вам в одно время нужно было выйти, нет? Не знаю, но у меня вроде ребутнулось. Подожди. Надо съесть что-нибудь быстрее. Где ты? Ешь. На 31-м. Нет, не бойся, надо идти домой. Пошли домой. Окей, пойдем. Мне прям еще две нужно, серьезно! А вот, подожди. Мне кажется, я сейчас. Ау, ау, ау. Че взял? Да, в крем туда надо зайти, уходим. Саня, беги! Беги, беги. Это было легко. Спасибо, Саня. Пожалуйста. Миша, я последить пришел. Ну, попробуй. Рыбов ловить будешь. А показывать будешь? Что это полночный карт? Нихуя. Нормально. Пусть будет. Отдать.
А вот Сань. Сань, полуночник. Что такое жизнь? Полуночник. Да. Полуночник, Сань. 250 сюда. 4600 сюда. Я нищеброд. Как в жизни. А потому что вместо того, чтобы деньги делать, я хуйню какую-то зачем. Все как в жизни. Если ты не умеешь делать деньги, то ты их не умеешь делать, всё. Добрячо. Зато у меня есть древние. Или я так мало зарабатываю, да? Где мои 300 к в секунду, простите? Ты, блядь, хуёво. Мы научились готовить блюдо тортилья. Я О, спасибо. Ага. Пора Эль. Это не мне. Команда, заберите Эль. Эль. Всё, Шель? Ржавый ключ. Значит, отправимся. Тюрс. О, да. Где Эль? Наверху у Тани. У Тани, значит. Ага. Да ты и парень. Спасибо. Автобус не починен еще. Ага. Нет, у меня еще мало денег. Недостаточно денег. А древняя семечка. Какой сезон растет? Вообще? И зима? Не знаю. Зима вообще ничего не растет. Не, зима ничего не растет. А долго растет? Очень. Лучше сажать в теплицу. Да, вот у меня 3-4 семечки древние есть. Я бы хотела прихватизировать место для них. Три семечки. Мне нужно три. Или всю теплицу на 4. А можно бы посадить древних плодов, да? Потом их собирать, сделать из них еще семечек, и потом еще посадить древних. Да, да. И всю теплицу к хуям древними плодами. Да, да. Чипом. Кстати, надо их закинуть. Кстати, надо к торговцу сходить. А, точно. Ну, это я разберусь. Окей. Кишка. И слезку взять. Чего у него там интересно есть? Шадельну. Медовик, скорос, тыква, 5 аккумуляторов по 2000, летний блесник, креветка, пещерная морковка, слизь, дикий хрен, кокос, водопад карика, обручальное кольцо рецепт. Нихуя. Понял. Поэтому можно макаться. Здрасте. Здрасте. А, мне же к этому еще надо. Точно, к ленту надо идти. Пойду к ленту домогаться тогда. Да, спасибо.
380. Сюда. А что ты можешь? Хожу, мужчин домогаюсь. Так, у меня есть 5000, может быть, что-нибудь лучше. Кирку. И кстати, мотель еще не разу не улучшал. Может, мотель поднести? Надо, наверное, мотель поднести. Да, надо ли поднести? Вот Сережа реже показывает чудесно. Это больно, это больно, это больно. Чем нужен немножечко, значит, нужно витамина D? Ничего не знаю, мне не нужно. О, блин, чуть-чуть хуже, сори. Да, да. Не, нахуй мне нужно. Короче, чуть-чуть cool story. Да, полшишечки, давай. Да, в общем, давно я очень хотела себе шторы блэкаут. Чтоб вовне, чтоб нихуя не видно было. Но это сейчас не история про карниз будет, Андрей, это отдельная история. Да, ну, да, история, мы её ещё не слышали, да? Да. А сейчас у меня висит карниз со шторами blackout. Ага. И сегодня я часиков в 5 шла к родителям. Ага. Я выходила с полной уверенностью, что на улице уже темно как бы. И как я охуела, когда я зашипела такая. А там, блин, метло пиздец вообще просто. Я такая, упс, простите, какого хуя? Слушайте, вампиры, приколы. Да. Мама, я вампир. Саня, это ты мне семечку положил? Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Что я хотела сделать? Что я хотела сделать? Я тебе забыл, что я хотела сделать? Что-то важное? А, точно. Я хотела мотыгу отдать. А у меня есть? У меня есть, поэтому а ты годный. Бля, сейчас успею, должна успеть. Кишка! А железный забор вообще не ломается? Ломается. Ну, он просто дальше стоит, да? Ну, наверное. Лошадь, инструмент. Мотыга. Да, спасибо. Будем потихонечку мотыжить. Мотыжить будем потихонечку. Так. Куда пойти-то? Куда бы пойти? Мне даже заданий никаких нет. Бля. Я ж потеряла смесь. Мне еще заняться. Вот вообще. Андрей, спроси. Прошу пойти. Мне нечем заняться. Рыбу, наверное, пойдем ловить. Или Андрей тебе заняться. Какое? Щерчи. Я не пойду туда, пока мне кирка не будет золотой, поэтому... На автобус у нас есть.
сначала топор на медь кто взял? Что? Саня пишет. Я качал топор на медь кто взял. Кто-то взял твой топор? Сомневаюсь. Мы не могли. Погоди. Мы не могли взять твой топор. Ты его забрал, Клинта? Нет. Не, он ставил тут как бы предъявы вообще не по адресу. Он же не будет к тебе, надо было доставлять. Погоди. Да. Медовуха нам точно не нужна? Да нет. Аккумуляторов у нас вообще нет, да? Бля, 2000, что-то хуя. А сколько тебе надо аккумуляторов? Один в тоннель. Или нам всем нужно? Не помню. Всем. Тогда 4 квадрата. Нет, нет. Просто грозу подождем, да и все. Доброе. Можешь у меня один взять, если хочешь. О. Открывайся там сегодня. Ого. А что за это задание-то ты уже забыл? Казино. Что еще раз? Казино. А, так нахуй. Ну, типа того. Там ничего особо клевого нет. У меня опять мало денег. Сколько? 15 тысяч, блядь, мало. Ты 900, да, иди нахуй! Денег у меня мало! Мало, мне нужно больше. Саня, не тереби, блядь! Ебись оттуда, нахуй! Что он там теребит? А ну сай свой. Прямо у меня на огороде. Ну, ему очень нравится твой огород. Очень сильно. Нравится. О, у меня дуб начал расти, ля. На, нормально. Под сосочник поставишь. Поставлю. Даже вот так потом сделаю, пускай так будет. Найсу! А, точно, я же в эту исходила. В канашку надо было сходить. Нам же ключ дать. Да, сюда, там нехуй делать сейчас. Не, ну, типа, сюжет. Твою мать. Ты все равно ничего не сел. Брось, тоска печаль. Хуй пиздача, куртка. Опа. Делом займется, блядь. Ну вообще алкоголичка на землю, простите, ебать, какого хуя. Ну она же с утра, она с похмелья. Она не пьяна, она с похмелья. Похмелье, по-моему, еще хуже, чем пьяный. Ну да. Так что удивительно, что мы вообще движем до туда. А чё, почём там? 500? 500. Я бы за рыбку съездила. Она же в любое время там будет сюда. Так, я её забрала. Но типа, а, была торговля. А, ты же её купила, ты её купила, да-да-да. Окей, тогда не пора, не куда. Духом хуёво. Угу, а по погоде ещё. Хорошечки тоже. Не завтра. Баланс. Ой, Линус потерял свою корзиночку. А вот я не помню, где она. Она тут неподалеку.
Батарейка отлился? А, все вспомнила. Вспомнила, да. Это я помню. Линус, Пинус, где твоя Парзинус? Когда Васю пригласили? Блин. Где он? В своей палатке? Угу. Блин, я был слёжку здесь. Но... Таня? А вот тебе нужен? Какой? Какой вуд? Обычный вуд такой. Блин! Пускай! Мне нужно вот с мотыгой. Мне нужна мотыга. Что тебе надо? Мотыга у бани, мотыга, пожалуйста. Это важно. Мотыга. А, там эти червячки? Да, червячки. Мотыга. Ох, удачно-то, блядь! Какой-то говно ходит. А всё, забейте, наверное. Всё! Да. Вот он мне. Это камня, можно вот? Вот. Гадсом, вот. Здесь, вот. Айнцем, вот. Вот. Камон. Вот! Видимо, нельзя тебе сабут. Не в камень кидали. Это было так страшно. Что там? Он остановился и резко двинулся. Блять, лаги. У него пинг высокий, кажется. Может, поэтому ничего не выпадает? Да нет. Лопасти какие-то. Тупо камней накидал, короче, и поехал. Чё за херня? Да, сегодня день хуёвый. Бля, а чё в червячках было? Две меди. Ладно. Дома. Очерк наш. Капа. То есть подожди, они прямо вот тут. А что там было? Был? Пиглины. На любимая. Глина? Конечно. Самый важный ресурс в игре. Там это бывает. А. Легендарный ресурс. Так, ну
это мой последний день. Ты вообще ничего делать не хочешь? Вообще нет. Тебе ничего поливать не надо? Mm-mm. Собирать ничего не надо? Блядь. Сука. А ты что, спать пойдешь? Не знаю. Я вот опять что-то тоже может быть спать. Уж как удачно. Бы мог пойти, да. М? Я бы лег бы. Надо полежать. Себастьян говорит, ты, наверное, много на ферме зарабатываешь. Знал! Я знал! Я закупаюсь деньгами. Понял. Мажоры. Я бы не сказала, что мне места не хватает, как бы, но... Мажор. Я кое-что вспомнил. Надо это сделать. Что? Продать кое-что надо. Жопу? Душу делал. Пусть деньги достают. Покупай его. Альф. Да нахрен тебе это. Потрепанная душонка. Ну. Поведись. Что с ней делать, душа? Таня. А? Посмотри. Посмотри. Там что-то такое за рыбу ловишь. Ты рыбу ловишь? В чем проблема? Ну там к нему Вилли пристроился. Нормально. Вилли, у нас парень пром. До скольки клопов через открыть? До 10, по-моему. Класс. О, да, надо сходить туда. Продать говно всякое. Да? Ой, это чем это? Чем это надо снять? Тут у меня весь этот сундук этим говном зовут. Не. А он тапки принимает? А вот я с собой взяла проверить, по-моему, нет. Сейчас узнаю. Приветствую. Тапки принимает. Бля. Мало, ну, за мало, но принимают. Найс. Похуй за сколько. 50-100. Похуй за сколько, главное, не валялись. Подожди, а рогатки не принимают? Рогатки нет. Принимаю рогатку. У меня их две. Покупаю, Алёв! Сколько даешь?
Я слышу число 5? Да. Неправильное число. Ответ неверный. 500. Я их даже продать не могу, я их только уничтожить не могу. Окей, окей. Понял. Ну, тогда я их выброшу нахуй. Они же меня не нужны? Ну... Кто? Нет. Разведки. Нет. Ладно. Ну, типа, если ты в рогатку захерачишь иридиевое рудо, оно наносит даже по урону. Я ни разу не пользовался рогаткой. Звучит? Странно. Ладно. Ну и ладно, пусть звучит. Я теперь вместо сок. У меня мотыги нету. Ладно, завтра. А, завтра не будет. Ладно. Потом. Магнитное кольцо никому не надо? А, малое магнитное кольцо. А у тебя какое? Кольцо магнит. А. Оно лучше. Я бы не отказалась. За веры. А где? В нижнем сундуке. Хорошо, спасибо. Ну, да, все, спасибо. А кому нужно малое кольцо магнитка? И у всех нормальные кольца. Кишку, погладить кишку. Теперь спать. Все. И типа, что, статуя появится? Угу. И нахуй нужна? Просто, понял. Окей. Там день, я не делал, все равно притащил. Ну чё, мы ж хорошие сегодня? Ну, как видишь. А ты что, всё? Не, ну вы там можете играть, если... Они? Завтра не? Не, завтра точно. Завтра точно не. Ну, блин. Блин. Ну, да, ладно, да, я на пятницу. Цветочками, извините. Что, цветочек? Цветочками хотела бы. Ой, кошмар какой. У меня все пыльные стоят на... Ладно, брат, вставайте. Да, спасибо за это. Да, всем спасибо. Давайте, до пятницы. Да. Пока. Скит. Пока. Саня. Саня. Чё? Саня. Чё? Я хотела тебя рандомать. Чё? Рандомайзер, хотела тебе показать. Ну, показывай. Если получится, его захватить. Ну, нет. Давай. Если тебе вообще не... Блять, у меня почему-то... Интересно. Это у нас тройки геймпадов. Почему? Понял.